Смотри. Да. Обгоняй просто. Гоночный скибиди таулет. Такое возможно или нет? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Густенек, FM Zoom, Фриз, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Ребятушки, сегодня у нас очень крутая рубрика «Какой скибиди туалет самый быстрый?». Если тебя текушки, приятного аппетита, а мы начинаем тестировать. Раз, два, три. Я самый быстрый! И не забываем подписываться, ставить лайкосики, ролики выходят каждый день. И заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Один, два, три. Ребят, ну что, я пока есть победитель! Я самый быстрый! Блин, ну это очень круто! Давайте, пацаны, давайте других, ищите мне каких-то очень быстрых. Представьте, этот скибиди туалет вентилятор будет самый быстрый в этом ролике. Это будет такой угар. Так, я вижу, уже пацаны готовятся. Один, два, три. А мы что, одинаково, что ли, все? А ну давайте еще раз назад, стойте, стойте. А, застрял. Мы застрял, помогите. Помогите. Сейчас. Так, давайте еще раз пробуем. Давайте вот от бордюра. И все-таки у нас есть шанс проверить, кто самый быстрый. Давай, Густенек, отсчитывай. Раз, два, три. Ну. О, а что, получается, вот этот, который с наушниками, самый быстрый? Нет, нет. Вот этот, за которого я. А он самый быстрый? Да, он меня обогнал. Ну все, хорошо, тогда мы берем других. Так, пацаны, кого вы, вот этого выбрали? Нет, я буду за него играть, вы берите других. Да блин. А я специально взял, хочу выиграть. Блин, обидно, что моего вентилятора обогнали. Один, два, три. Ну неудивительно, что я первый. Неудивительно. Давай. Не, ну я быстрее был, согласны? Да. За то, что у меня вот такой вот ускоритель есть, это очень круто. Когда shift нажимаю, вот такое вот ускорение идет. Офигеть. Ого. Что это было за взрыв такой мощняцкий? Так, ну что, пацаны, вы готовы? Да. Один, два, три. Клич. Не, ну я пока есть быстрее всех. Согласны? Смотри. Да. Обгоняй просто. Гоночный скибиди туалет. Такое возможно или нет? Вообще, мне кажется, это какой-то читерский он. Ой, а что, ракета сейчас у нас будет? Да. Ой, ребята, чувствую, я проиграю. Мне кажется, ракете уже невозможно будет выиграть. Но на длинной дистанции ракета в любом случае будет самая быстрая. Потому что она с каждой секунды быстрее и быстрее ускоряется. Так, ну что, вы, пацаны, взяли всех? Да. Давайте, один, два, три. Ну, я быстрее! Ты быстрее. Я был быстрее, да ладно, как так-то? А, я так же само ускоряюсь, как и он, каждую секунду быстрее и быстрее. Я ж там под карту улетел. Смотрите, что я делаю. Вот это скорость! Это что-то неимоверное. А чё это за колдун такой у нас есть? А он может какие-то приколюхи делать? Может превращать... Ого, чё это? Я так атакую, что ли? Ого, магия! Ребята, ролик точно заслуживает лайкосика. И так как это Гусанёк подобрал нам коллекцию новых скибиди туалетов, как всегда пишем, Гусанёк топ, да. Я думаю, это будет прикольно. И Гусаньку приятно. То шарлатан, то крутой. Да, крутой шарлатан. Три, два, один. Ой. Я быстрее. Блин, это реально круто. И чё, мы всех протестировали уже? Или еще есть у нас скибиди туалеты какие-то? Нет, ну все тогда. А еще нет. Президенты у нас есть. Да, но они вроде все одинаковые. Все? Ну, давайте протестим. Я помню, что какой-то был очень быстрый. Давайте, мы должны сегодня всех затестить. Ну, готовы? Да. Три, два, один. Ну, я как бы быстрее. Смотри, все равно делаю. Смотрите, догнал. По-любому догнал. Мне кажется, в этом ролике надо и камераменов затестить. Да, давай. Ну все, давайте, я тогда не буду менять своего скибиди туалета. Потому что он очень классный. Я буду за него дальше играть. Так.
Ну, мне кажется, в этой серии мы не успеем всех камераменов затестить. У нас их, ребята, очень много просто. Пока миссия быстрее всех. А вот это что у нас? Ага, это тоже камерамен. Ого, гигант! Ну что, готовы? Да. 3, 2, 1. Я быстрее! Я быстрее, смотрите! Вот это скорость! Ну, короче, ребята, победителя мы видим. Даже быстрее ракеты. Маленький и мега-ускоритель на крышке унитаза. Прям такой звук электричества, слышите? Да. Так, пацаны пока выбирают, я его рассмотрю. Он такой какой-то заряженный весь. Классный, мне нравится. Ого, вертолеты пошли у нас. Ну что, пацаны, взяли? 3, 2, 1. Я даже в воздухе. Смотрите, сейчас я смогу задамажить его по красоте. Бум. Бум. Вот это жесть. Ого. А ну поставьте мне машину для эксперимента, хочу ее лупануть. А ну-ка. Давай. О, так пусть и стоит. Стой, стой, стой. Но. А давай танк. А ну давай танк, давай. О, а ну-ка, ребята. Давай, погнали. Нифига. А слышно, да, как я его дамажу? Да. Ты его не дамажишь. Подамажу? Он даже... А, он не... да, он уже начал бы коптеть. Кстати, видите, машину разрушил, а танк не могу. Ну и ладно, да? Фиг с ним. Но все равно можно будет классную рубрику снять про этого скибиди туалета. Да. А, он не сразу дамажит, какое-то время надо на восстановление. Ну что, пацаны, взяли? Нет, стой. Давай, 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 мы должны сегодня показать эпические скоростя. Уже ты, есть. Это не одинаковые у вас? Нет, это разные. Разные, разные. Ну что, готовы? Да. 3, 2, 1. Догоняй, догоняй, догоняй! Дало. А что, я проиграл, что ли? Блин, вы быстрее меня, что ли? Я быстрее, это тебе мен. А ну еще разок, давайте, вот все-таки мне интересно. Давай чисто с тобой вдвоем затестим. 3, 2, 1. Нет, ты все. Ну, есть, да, я бы... То, знаете, я просто стартанул очень поздно. Смотрите, я его... Видите, по прямой делаю его. Да, по прямой я уделываю его. Так, давайте следующих берите. Я же должен быть победителем. Блин, так классно, когда ты взял какого-то быстрячего и начинаешь всех делать просто. Ну и мы эти еще тестируем скибиди туалеты, чтобы другие тоже знали, какие самые быстрые. Потому что, мне кажется, это очень актуально в наше время. В 2023 году. Взяли? Да. 3, 2, 1. Колонка, колонка. А ну давай назад с колонкой. Где колонка? Ой, что-то она залипла. Не, здесь не спал. Что-то с ней, пацаны, произошло. Давай с колоночкой. Готов? Да. 3, 2, 1. Я быстрее. Ты быстрей. Ребят, ну все, я проиграл. Ну как, я не проиграл, просто колонка вот эта самая быстрая, пауковая. И чё получается? Ты самый быстрый пока, Миш, что? 3, 2, 1. Колонка. Колонка, ну колонка, догони меня. Не может догнать, значит тебя быстрей. Нет, это я просто залил. Ну да, хоть немножко порадовать. Так, хорошо. Скибиди туалет камера, отлично. Это шпион. А, прикольно. Ох ты, ё-моё. О, еще один паук. Гранаты кидай, неплохо. А где они там падают? А, нема никого. 3, 2, 1. Колонка. Блин, ну колонка быстрее, как ни крути. Хотя догнать меня не может. Не, ну пока мисс, ладно, она выигрывает. Хорошо, давайте дальше, осталось не так много. Так, эту мы тестили, да, вертуху? Да. Вот это сейчас он играет за нее. Вот этого тестили колонку? Нет. Так, я буду за него играть. А, он просто дерется. Так, нет, так, так. Дима, его тестили, его тестили. А я, видишь, запомнил. А вот этого? Долго сейчас. Этого я сейчас. Да. А я видел, да. А этого? Тестили, предыдущего раунда. Вы задроли, вы чё? А вот этого? Тестили. Да вы чё, всех затестили уже? Хорошо. Так, а в этой паке?
О. В этой кабаке. Не, ну этого я тестить не буду. Сейчас, подожди, давайте самого интересного. О, что, с оружием есть уже? Ого, этого я не помню. Проверяем просто. А он быстрый? А он медленный. Сейчас, подожди, подожди, все-таки я найду. О, так это с другого пака вообще. О, давайте вот просто колонка эта же, только с другого пака. Давай, давай. Ух ты, ё-моё. 3, 2, 1. Одинаково, одинаково бегаем. Только мне кажется, я быстрее. Вы видели? Смотрите, я быстрее бегу. Ну да, я быстрее. Все, ребята, вот эта колонка победитель. Сейчас я ее еще раз поставлю. Вот она. Это самый быстрый. Только это ж не скибиди туалет. Короче, среди скибиди туалетов, сейчас вам скажу, ребята, точно, какой самый быстрый. Самый быстрый оказался Блич. У нас... Глич. Так, да. Скибиди туалет Глич самый быстрый. А среди камераменов колонка. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ой, как по таймингу получилось. Это сейчас.